Всем привет! Это Твитбук и я, Катя Данилова. Сегодня я вам расскажу много нового, интересного из мира шоу-бизнеса и кино. Поехали! Красавица Полина Гагарина продолжает свои большие гастроли. Пермь, Екатеринбург, Челябинск. Певица посетила очень много городов. В каждом ее встречают полные залы и восхищенные фанаты. Ксения Собчак похвасталась своей гардеробной, правда, не сама, руками мужа. Серию забавных видео снял Максим Виторган. Семейная ложа актера и ведущий выглядит как после бомбежки. Всюду разбросанные платья, украшения, обувь. Ну а вы что хотели? Когда девочки куда-то торопятся и при этом еще должны красиво выглядеть, им явно не до порядка. В общем, тут произошло одно страшное событие. Сначала здесь взорвалась. Леди Гага решила продемонстрировать подписчикам секреты своих причесок. Все мы знаем, что королева эпатажа частенько меняет и цвет, и длину, и форму волос. Гага была уже с белыми, с рыжими, с черными волосами. Но свои приготовления звезды предпочитают оставлять за кадром. А вот Леди Гаге скрывать нечего. Дима Билан все так же остается наставником нового сезона шоу «Голос. Дети». Вообще, версия популярного конкурса в категории до 18 более стабильна в составе членов жюри, чем версия для взрослых. Но количество желающих попасть и туда огромное. Таланты со всей нашей огромной страны приезжают в Москву на прослушивание, чтобы стать победителем. Стефани стала первым в истории артистом, который снял клип за 4 минуты. Такого еще не делал никто. Обычно на съемки уходит от 6 до 8 часов и до нескольких дней. Гвен сделала это в прямом эфире во время вручения премии Грэмми. Видео на песню «Make Me Like You» было показано во время перерыва на рекламу. В нем Гвен передвигается из одной яркой комнаты в другую, сменяя один за другим роскошные наряды. Наши артисты рекордов не ставили, но клипы тоже сняли. Начнем со Светланы Лободы. Очередное шикарное видео на песню «К черту любовь» уже активно набирает просмотры в интернете. Роскошная Лобода, влюбленные в нее мужчины и дорогой автомобиль. Этого достаточно, чтобы вы хотели пересматривать клипы. Серебро тоже на этой неделе порадовали премьерой. Песня «Отпусти меня» уже давно рвет радиочарты, а вот до клипа у девчонок руки, видимо, не доходили. Но получившийся клип стоило ждать. Вот вам на пробу небольшой кусок, а полную версию обязательно посмотрите. Как обычно, скандально, эмоционально и со вкусом. We'll be right back.
Куленко снялся в кино. Причем не абы в каком, а у самого Сергея Соловьева. Фильм про романтическую и непростую жизнь российских подростков. Баста сыграл одну из ведущих ролей – роль полковника. Справился с поставленной задачей Василий или нет, уже скоро оценим на больших экранах. Но с бородой Баста так и не смог расстаться, несмотря на запрет ее ношения в российской армии. Взял билет, и мой мозг тронулся. Я хотел зайти, но поздно опомнился. И меня несет бездонной пропасти. За все прости. Юлианна Караулова решила отдохнуть от бесконечных съемок, концертов, репетиций и вырваться на отдых. В свободный вечер певица отправилась на концерт «Елки» в Москве, который недавно прошел с успехом. Как призналась Караулова, она давняя поклонница Лизы. С вами была программа Твитбук и я, Катя Данилова. Подписывайтесь на Instagram Russian Music Box и на мой личный Instagram. Всем пока-пока!